Более 50 миллиардов рублей в нынешнем году направлено в Краснодарском крае на национальные проекты. О том, как идет их реализация, на совещании 8 сентября доложили губернатору Кубани Вениамину Кондратьеву. На краевом совещании, которое прошло в режиме видеоконференции, были обсуждены очень серьезные вопросы, связанные с исполнением запланированных нацпроектов. В числе реализованных проектов – новая школа в Кореновске, строительство дублера Яблоновского моста в Краснодаре, отремонтированные дороги и парки в станицах. Реализация нацпроектов идет на уровне прошлого года. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подчеркнул, что расслабляться не стоит. Времени до конца года остается не так много. Вот это то, о чем бы сейчас я хотел сказать, и на этом акцентировать внимание. К 1 декабря этого года реализация нас проекта должна быть не менее 90%. Еще хочу подчеркнуть, это не потому, что мы реализуем нас проект, это потому, что сегодня мы обещали жителям края, что появятся новые социальные объекты, новые школы, детские сады, поликлиники, благоустроенный сквер, придомовые территории. Вот это просто должно появиться. За два года в Краснодарском крае, благодаря национальным проектам, появились 39 фельдшерско-акушерских пунктов, 21 передвижной комплекс для медицинской помощи в отдаленных поселках и станицах. Кроме того, построено 37 детских садов, отремонтировано 20 домов культуры и благоустроено 760 зеленых зон. В центре любого нацпроекта комфортная жизнь человека. Люди ждут новые школы, хорошие дороги и современные больницы. Поэтому не стоит затягивать с выполнением программ, обратил внимание участников совещания губернатор. Также он отметил, что нужно обеспечить и количество, и качество на высоком уровне. От этого выиграют все – и жители, и гости края. Андрей Вишневский, Игорь Иванчуков, программа «События».